Ну что, с вами вновь я, не Кассипора, но довольно-таки нормальный человек, нормальный сантехник, который вам сегодня представит вашему взору, образу, то, как я буду сваривать трубы под 90 градусов. В предыдущем опыте я сваривал под 45 градусов, но мы перешагиваем эту черту, так как никаких разрушений и плохих каких-то влияний эти наши юстировки в 45 градусов абсолютно ничего не принесли. И начинаем 90 градусов. Ну, тот же самый сварочный аппарат, Дитрон, ProAqua Dyna, насадка дитроновская, точнее не Dyna, Dyna это ножницы у них, насадка дитроновская, 260 градусов, он у меня разогретый, так как он еще не остыл после предыдущего опыта, но вы-то это видите уже в следующем видео, я аж стол свой шатаю, как бы он у меня не упал. И с нами вновь этот шестиглавый дракон с разными головами. И я предлагаю начать ему отрубать башки. Также все у нас будет подобненько. Муфточки я уже успел разметить пока. Время ведь много прошлось. Мы с вами не виделись целых 4 дня. Точнее, на четвертый день вновь выходит видео. Кстати, видео у меня выходит каждые 4 дня. Пока я задал себе такой темп и стараюсь его поддерживать. Блин, тут край нерационально я немного использовал имеющиеся площади и разместил муфту очень близко. Но хотя право на ошибочку я оставил. Последовательность действий у нас будет та же самая. Мы с вами... Так, ранечки-херанечки. Как и в 45-градусном опыте. Сначала мы оденем рукавички, перчатки, дабы не обжечься и не навлечь гнев любителей, знаете чего? Гнев любителей техники безопасности. Так как я на нее вот, ну что я кладу? Да все что угодно, все что попадет, ножницы, болты. Да, это очень плохо, товарищи, очень и очень плохо. Но правда, она и есть правда. И на нее кладут очень много сантехников. И не говорите, что пока у нас не будет порядка, у нас все будет... Ну ладно, как говорил доктор Преображенский, да, вспомните его и думайте так же. Ну что, поехали, приоткрываем. Ой, у меня еще водичка, может не стекла чуть-чуть. Нет, стекла, я шучу, все стекло. Так, вот они у нас, красавцы. ProAqua, мы варим без задержки. Опять же, 90 градусов я уже разметочку изобрел, сделал. Ох, вставляем и без задержки делаем юстировку. 90 градусов это круто, это, ребята, реально круто. Целых 90 градусов. Данные опыты, их... Я думаю, что не опасно повторять. Главное, выбирайте для себя удобные позиции, удобные место расположения ваших сварочных аппаратов, чтобы вам не пришлось... Блин, как он съезжает его. Вообще капец-то. Скорее всего, фиаско нас ждет в этом опыте. Но мы проверим. Если вы захотите делать такими же вещами заниматься, да, это вполне реально. Только хорошенько выбирайте себе базу, стол, чтобы было удобно работать. Нет, не люблю я все же кантановской насадкой работать. Воняет, дым исходит. Вам на камеру, возможно, этого не видно. Но моему носу это реально ощутимо. Так. Ох, как он его съезжает. Съезжает. Это у нас пошел ProAqua. У ProAqua встретилась с ProAqua. Родной с родным встретился, походу. Такое тоже бывает. Один производитель со своим праотцом, так скажем. И сегодня я опять не буду показывать, как правильно варить трубы. Возможно, повторюсь, это будет в отдельном видео. Как говорится, по пожеланию телезрителей. Если наберется побольше телезрителей, которые захотят правильно, сделаю... Ну и не наберется, тоже сделаю. Но только, товарищи, не сейчас пока. Потому что я же еще не научился. Пока сейчас поварю стрёмненько, может, подучусь. Увидите, я
Даже забыла открыть. А сам говорю, это тоже неправильно, надо открывать. А это и не учу, я вас не учу. Здесь не поучительное, здесь поучительное. Никакое, в общем. Проверяем на максимальные возможности трубы. Блин, проворачивается, конечно. Крутяцко, вообще крутяцко проворачивается. И мы преодолели рубеж проваковской насадочкой. Рубежик мы преодолели легко. И давайте в обратной последовательности. Экопластик. Здесь, я повторю, здесь мы сначала свариваем. Ждем 3 секунды, проворачиваем. И не секундой больше. И как видите, я, кстати, пометил, 45 градусов у нас муфточки. Ох, как они. Должна быть у вас сильная рука, чтобы так держать. У меня вот нет, к сожалению, такой руки, поэтому... Так, 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 сейчас, наверное, будет какой-то казус. Стопудово казус ожидает. В чем, пока не пойму. Ну, в чем-то есть. Раз, два, три. Проворот. Раз, два, три на носочки. У вас была такая песня в детстве на музыке? У меня была. Раз, два, три на носочки. И так далее. Так, да, дитроновскими. Вот так мы будем делать. Ага, опять же, вставляем. Опять же, вы знаете, как вот что-то я говорю-говорю, на самом деле. И, возможно, я, блин. Это опять раз, два, три. Проворот. В общем, что-то у нас в разнобой пошло. Да и хрен на них. Теперь у нас в роли главного подозреваемого выступает Проаква. Ну, давайте хотя бы откроем для большей наглядности. Вот красиво, замечательно все получается. Просто супер. Обварить этими насадками еще больше приятнее. Никакого тебе, пожалуйста, дыма. Раз, два, три. Опа! Опа. Причем я уже говорил, да, учат правильно варить. Вот каждый, наверное, второй, который взялся буквально неделю за аппарат или только что купил, ему пришел аппарат за 1000 рублей, и он начинает показывать, как все охеренно просто и легко делается. Как же замечательно варить. Раз, два. Ну да, да, альтернатив я вам пока не могу предложить, я вас не могу научить. Так как раз, два, три. Опа, проворотик. А я не помню, мы тут делали проворот. Да, да, вон свезенный, видно. Да, стопудово. Стопудовый хит, точно. А, тем временем, пользуясь моментом, хочу передать всем огромный привет. Да, ребятки, так оно, когда делаешь опыт. Точно, надо разговаривать. Привет, товарищи. Раз, два, три и проворот. Хюпный рот. Как все у нас получается-то? И еще один. Да, еще один. Кстати, забыл сказать. Так, ну сейчас мы сварим. Раз, давай. Отлично, Проаква. Точнее, Валфекс. Дезинформацию вношу любопытнейшим образом. Дезинформирую вас. Их даже по цвету можно. Раз, два, три. Определить, кто who is who. 90 градусов. Мы уже вообще 90. И не говорите, что такого не бывает. Бывает. 100% бывает, что и по 90 градусов люди могут делать провороты. Уже у нас получается до хрена муфт. Прямо сразу же это нужно пометить, что это у нас 90 градусов. И впереди нас ждет еще много-много интересных опытов. Поэтому, товарищи, подписывайтесь. Не думал, что когда-то это скажу, ну просто настроение есть, дай-ка скажу. Подписывайтесь, не пропускайте новые выпуски. Также и ждите так же, как ждали мультики, помню, в детстве.
в 14:30 они начинались, после новостей сразу 30 минут. Чтобы не пропустить мультики. Ну и все, прекрасная, прекрасная затея. Теперь ее мы прессуем. И что она нам, какие выдает результаты, это вы все увидите. Да, сейчас я ее... А, я еще водой буду наполнять. В общем, короче, вот так это все дело будет. И я еще что нарушаю? Я ведь не жду, пока она высохнет. Не надо это мне. Долго, мы же вообще все нарушаем. Поэтому мы не будем ждать, пока она целый час пройдет у нас, замерзнет, вкрепится. Эх, не надо, не надо, не будем. Кстати, вот какие, по вашему мнению, самые не очень хорошие трубы полипропиленовые, вы можете написать в комментариях. Вот так. Ну и все, граждане. Вновь у нас голос за кадром появляется. А если появляется голос за кадром, стало быть, у нас появляются какие-то действия. Итак, наши действия. Мы начинаем опрессовывать. Ой-ой-ой, что я делаю? Сперва я наливаю сюда водички из водопровода. И какое-то давление она у нас изначально здесь набирает. Давление почти пятеренка. Ну все, в общем, поехали. Десяточка. Пятнашечка. УАЗ-21015. Двадцаточка. Зарплата какого-нибудь сантехника среднестатистического. Так, 25. Это нам было столько лет. Тридцаточка. Мой возраст. 35. Опа. Что-то просело. 35. Ну-ка. Сорокет. Сорокет. Так, все. Ну, давайте еще, как обычно, превысим значение. А, вот так. Очки-то надо бы, мало ли чего, вдруг стрельнет, вылетит какая-нибудь херота, неожиданно. Из фотоаппарата вылетают же птички, а тут давайте их пошатаем. Как вы мне нравитесь, нетекущие муфты. Что у нас там давлюшечка-то? Ну, смотрите, вот давлюшечка. Вот так. Видно? Я думаю, видно. Опа-на, опа-на. А это у нас форс-мажор. Небольшой форс-мажор. Мой супер стол подвинулся. Ну, ладно. Собака какая. Как он меня хотел подставить, этот стол. Так, проверяем. Дальше проверяем. Все в порядке. А я, в принципе, как-то даже и не сомневался. Ну, раз так, товарищ Зильберштейн, значит, в следующем опыте мы будем делать 180 градусов. А еще не только 180 градусов сделаем. Мы перед тем, как 180 градусов сделаем, у меня все равно есть опасение, что кто-то не сможет пройти данное испытание. Сюда я выставлю краны. Вот таким образом. Сейчас я вам покажу, как же я сюда поставлю кранчики. Так, вот такие кранчики. Кранчики, кранчики. Сейчас они у нас не замотаны, не запакованы. Всякие разные, и новые, и старые. Есть там и новые. Новые, например, на анаэробный герметик посадим. Это опять же у нас будет опыт. Опыт, опыт. Очередной эксперимент, скорее всего, он будет. Мы посадим где-то на анаэробный, где-то на мешковину посадим. Просто вон из мешка возьмем нитки. На варежку образно. Да на что угодно. 7. А, 1, 2, 3, 4, 5, 6 кранов и нить, фумлента. Для того, чтобы сначала мы с ними вот так поиздеваемся. Посмотрим, что может у нас держать давление, что у нас не может. Как будет вообще это все работать. И заодно будет приносить нам пользу. В случае, если что-то будет прорыв, чтобы дальше продолжить наши испытания, мы могли перекрыть и оставить, например, прессовываться. А потом мы их будем юстировать.
И посмотрим, кто у нас сможет юстироваться. В общем, все, ребята, все интересно. Все в нашей жизни очень интересно, поэтому всем пока, удачи, не хворайте. Сантехник 52. Иногда меня вы вспоминайте. Все, пока.